Ну, сегодня я поздравляю вас с праздником, желаю вам всего того, что вы желаете себе. Ну и, наверное, будем считать это наше сегодняшнее действие открытым. Тогда мы переходим к торжественному моменту и приглашаем на эту сцену исполняющего обязанности начальника управления государственной службы и кадров правительства Москвы Василия Черефевийского и президентом ГУ правительства Москвы Василия Максимовича Глущенко.